В преддверии Нового года у жителей Твери была возможность поздравить своих родных и близких, а также земляков с грядущими праздниками и получить ценные подарки. Совместная акция телеканала «Тверской проспект» и партнеров медиахолдинга прошла в одном из торговых центров города. Погрузиться в атмосферу приближающегося праздника тверетянам помогли настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Все меньше времени остается до любимого всеми жителями нашей страны праздника Нового года. 31 декабря за накрытым столом под звон бокалов соберутся самые близкие друзья и родственники. А чтобы новогоднее настроение поскорее поселилось в сердцах тверетян, наш телеканал вместе с партнерами медиахолдинга «Тверской проспект» организовал праздничную акцию. Креативно поздравить жителей Твери из Великого Устюга приехали Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы получить подарок из рук главных символов праздника, достаточно было выполнить одно небольшое задание – поздравить жителей Верхневолжья с наступающим Новым годом. Дорогие тверетяне, поздравляю вас с Новым годом. Ну, хочу вам прочитать небольшое стихотворение. Живите, знайте, жизнь прекрасна, и сколько бы ни было в ней зла, не обижайте друг друга напрасно, умейте прощать, желайте добра. Берите от жизни все, что можно, берите хоть каплю, все равно, ведь жизнь дожить вам не умножить, а дважды жить не суждено. Спасибо большое. Жмите подарок. Этому мужчине достался сертификат на 1000 рублей в медицинский центр «Медпрофи». «Медпрофи» – это многопрофильный медицинский центр, где вы сможете пройти полное обследование, провести лабораторные исследования любого направления, обратиться к квалифицированным специалистам. «Медпрофи» по адресу проспект Калинина, дом 15, второй этаж. Как никто другой, сильно Новый год ждет вот этот маленький житель областной столицы. Юному джентльмену сладкое угощение, его маме сертификат от учебного комбината. Государственный учебный комбинат на Дурмановском объявляет о запуске зимней мотогруппы. Будь готов к открытию мотосезона уже весной 2021 года по цене 2020 года. Дети водят хоровод, хлопают ладошами. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Вот ты такой хороший. Поздравляю жителей Тверской области с праздниками, с новогодними, с Рождеством. Желаю всего самого наилучшего. Не меньше повезло и вот этой жительнице Твери. Из рук Дедушки Мороза она получила сертификат стоматологического центра «Альфа-Вита». Стоматологический центр «Альфа-Вита», созданный в 2014 году, стал воплощением замыслов целой группы врачей с многолетним опытом работы в области стоматологии. Клиника организована таким образом, чтобы каждый из вас чувствовал себя в ней максимально комфортно и уютно. Очень хочется пожелать всему Тверскому нашему городу побольше радости, чтобы на улице больше было улыбок, чтобы все были более счастливы, довольны жизнью. Потому что на улице, когда встречаешь грустные и злые лица, ну как бы не очень хочется, да, не очень приятно ходить. Поэтому хочется, чтобы люди больше радовались жизни, уважали друг друга, а относились друг к другу терпимее. На этом поздравления жителей Твери от нашего телеканала и партнеров медиахолдинга «Тверской проспект» не заканчиваются. Совсем скоро Дед Мороз и Снегурочка вновь выйдут на улицы областной столицы с ценными подарками для тверетян.